Курган Бессмертия Ефремовского района. У въезда в город Ефремов с северной стороны возведен курган Бессмертия. Земляной курган диаметром 20 метров, на вершине которого металлический шпиль высотой 10 метров. У кургана горит вечный огонь. Рядом с курганом Бессмертия в 1970 году установлен памятник «Танк» в честь танкистов 150-й танковой бригады, участвовавших в освобождении города Ефремова. Этот танк участвовал в боях в годы Великой Отечественной войны. В октябре 1967 года на курган Бессмертия города Ефремова было произведено перезахоронение 17 воинов из братской могилы села Новокрасивое Ефремовского района, значившееся с 1941 года. Здесь захоронены бойцы и офицеры соединений и частей 3-й армии и других воинских частей, освобождавших населенные пункты Ефремовского района, город Ефремов, село Новокрасивое, деревня Чернятина и другие, от немецко-фашистских захватчиков в ноябре-декабре 1941 года. Всего захоронено 17 человек, известных 3.